Чем дальше в прошлое уходят военные годы, тем ярче сияет подвиг советского народа, отстоявшего в борьбе с жестоким и сильным врагом свободу, счастье, будущее отчизны. Мы вновь и вновь вспоминаем о тех, кто жизнью и кровью своей, трудами своими приблизили час победы. Творцом великой победы была советская армия, ее полководцы и труженик войны, солдат. Его стойкость, отвага, великая сила духа изумили в те годы весь мир. Творцами победы были и герои тыла, чьи подвиги в труде слились воедино с ратным трудом солдат. Мудрым вождем народа в этой священной войне была партия Ленина, партия коммунистов. Это она бросила клич «Все для фронта, все для победы», направив к единой цели на разгром фашизма ум, волю, энергию народа. Пришел долгожданный день. Победил наш общественный строй. Победила рожденная октябрем Советское социалистическое государство. Союз советских социалистических республик. Союз больших и малых, но во всем равноправных народов. Впервые в истории именно у нас родилось государство, где все, что создано природой и трудом народа, принадлежит самому народу. И мы гордимся этим. Как гордимся и тем, что во главе государства стоят у нас не эксплуататоры, не богатеи, а те, кто честным трудом своим снискали любовь, уважение, доверие народа. Кто в наше время не знает, что самый сознательный, сплоченный, проникнутый духом коллективизма, революционный класс современности – это рабочие. Известно также, что боевым авангардом этого класса в любой из стран земного шара является партия коммунистов. Но именно в нашей стране, где во главе партии стоял гениальный мыслитель, бесстрашный революционер Ленин, рабочий класс сумел поднять на борьбу весь трудовой народ, совершить величайшую в истории революцию и взять власть в свои руки.
имя чего? Чтобы положить конец эксплуатации человека человеком, повести страну по пути социализма. Во имя этой великой цели плотник Василий Чапаев, слесарь Климент Ворошилов и миллионы других таких же мирных людей стали бойцами и командирами Красной Армии, а тысячи фронтовиков – полпредами партии в новых органах государственной власти. В своем стремлении к революционному преобразованию общества рабочий класс России не был одинок. Его верным союзником было трудовое крестьянство, самый многочисленный из классов тогдашней России. Чего же ждал от революции крестьянин, уже получивший от новой власти желанную землю? Крестьянин, как и рабочий, желал лишь одного, чтобы никто и никогда не посягал на плоды его трудов. Вот почему с первых же дней революции пахарь в шинели стал главной опорой рабочего класса. А сам Великий Союз серпа и молота стал с той поры основой могущества советского государства. Кто же был против пролетарской революции, против главной ее идеи ликвидации частной собственности на средства производства? Их портреты запечатлела сатира времен октября. Но врагов революции можно увидеть и в их, так сказать, натуральном виде. Врагами революции были те, кто верой и правдой служили последнему русскому царю. Врагами революции были эксплуататоры всех мастей, и помещики, и капиталисты. Это их интересы защищало контрреволюционное временное правительство во главе с Позером Керенским. И когда развязанная империалистами Запада заполыхала гражданская война, все они, враги трудового народа, оказались в едином стане. Иностранные опекуны щедро снабжали их оружием. Потом, полагая, что так будет надежней, опекуны сами потянулись к российскому пирогу. Началась интервенция. Белогвардейцы-интервенты окружили умным кольцом молодую республику Советов. Они служили молебны, предвкушая радость.